Режим работы приключительно важен для совместной деятельности. Нынешняя сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ была продуктивна с точки зрения выработки общих подходов государств, участников к актуальным проблемам современной международной обстановки, оценки их характера и ведущих тенденций ситуации в мире и регионе. В этом контексте мы обратили внимание на необходимость оказания реального содействия укреплению безопасности южных границ региона организации, в том числе их таджикско-афганского участка. Мы наметили ряд мер, направленных на совершенствование нашей работы в рамках ОДКБ. Это повышение боевой готовности и материально-технической оснащенности коллективных сил и средств, их мобильности, проведение с этой целью совместных учений и тренировок, налаживание постоянного обмена информацией и целый комплекс других шагов по укреплению потенциала организации. По итогам сессии принято решение о коллективных авиационных силах ОДКБ, важнейшем элементе силовой составляющей организации. Подписано соглашение о сотрудничестве в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения. Принято решение о продлении срока действия соглашения, регламентирующего вопрос обеспечения технического прикрытия железных дорог государств, членов ОДКБ. Обсуждали вопрос, связанный с генеральным секретарем и начальником Объединенного штаба. Было констатировано, что за прошедшие годы организация прошла период становления, создала необходимую нормативную базу своей деятельности, сформировала инструменты обеспечения безопасности. В этой связи признано целесообразным перейти в дальнейшем на систему ротации должности генерального секретаря. Главы государств поставили задачу до декабря месяца разработать соответствующий проект решения и внести изменения в нормативно-правовую базу и устав организации договора коллективной безопасности, чем мы сейчас и будем заниматься. Спасибо. Ну что, все, спасибо за отвечу. Так, почитались, завершили. Спасибо. Давай.